вами Лина Стрэндж. Сегодня у нас с вами тестирование и обзор штампика от Мэйл Лондон. Смотрите, выглядит он таким образом. Вот сам держатель. Здесь написано Мэйл Лондон. Если сравнить с держателем от Николь Дарья штампика, то Мэйл Лондон покороче. А если сравнить обе эти стороны, то может быть чуть-чуть поменьше, прям буквально на миллиметр, может быть два, может быть даже меньше. Штампик шел вот в таком пакетике, чехольчике. Конечно, тут нитки есть торчащие, но для меня это ерунда. Мэйл Лондон. Две подушечки, одна такая белая, другая такая вот не чисто белая, но и непрозрачная, такого цвета молочного какого-то. И скребочек. Вот такой. Мы этот штампик с вами пробовали уже с пластиночками именно Мэйл Лондон. Ну, естественно, с ними он сработал без проблем. Я бы удивилась, если штампик надо было бы бафить для пластиночек Мэйл Лондон. Но мы сейчас его попробуем на пластиночках, у которых обычно у меня бунбридж не срабатывает. У меня есть еще одна пластиночка, там даже не пластиночка, а диск, которая сложновато по качеству, и там сложно вообще что-либо перенести. Вот мы сейчас с вами протестируем. Сначала возьмем ту пластиночку, с которой обычно бунбридж у меня не срабатывает. Он начал срабатывать только тогда, когда мы забафили. Вот кто смотрел тестирование, посмотрите, мы когда забафили штампик силиконовый бонбрити, который мой уже старенький, который уже подоспорился, вот тогда начал работать. Сейчас мы протестируем с этой пластиночкой. С условием, что у меня две подушечки, честно, я готова вот эту подушечку даже забафить, чтобы просто узнать результат, скажем так. Будет работать, не будет работать. Давайте возьму. Давайте сначала Николь Дарья возьмем лак для стемпинга. Он густой. Так, какой рисунок тут проблемный был? Самый проблемный — это вот этот рисунок был. Скребочек хорошенький. Смотрите, он работает. Не надо его бафить. Он прекрасно работает. Работает сразу. С тестированием пластин Мэйл Лондон я его не бафила. И сейчас бафить не буду, раз он работает, зачем? Сейчас мы какой-нибудь еще рисуночек с этой пластиночки принесем. Здесь тоже тонкие линии. Здесь гравировка у этих пластиночек — это BSN 011. Здесь гравировка хорошая, но она не глубокая. То есть тут даже все тонкие линии хорошего очертания такого. Но она не глубокая. Смотрите. Все отлично просто. Давайте для чистоты эксперимента Мондо Дунис возьмем. Там вообще лак для стемпинга такой плотненький. Мы сейчас возьмем какой-нибудь рисуночек, перенесем с этой пластиночки. Кстати, я по совету подписчицы купила средство. Сейчас покажу вам. Оно тут рядышком стоит. Разбавитель универсальный для лака, и пару капель капнула в Мондо Дунис, которые прям были такие слишком, я бы сказала, густые, и вроде стал пожиже. Сейчас посмотрим, как он будет работать у нас. Вы мне вообще пару хороших очень советов даете. И пластиночки советуете, или покупать лучше.
почему он этот умец? Может быть, из-за того, что он такой плотный, или я плохо нажала? Давай сейчас какой-нибудь... Они прям густые-густые вот эти вот. Может быть, надо еще даже пару капель капнуть. Даже не знаю, давайте этот же рисунок. Взяла бронзовый, бронзовый пожиже там был. Очень красиво, конечно, ладно, оставим. Да, смотрите, все работает. Все отлично. Надо, наверное, вот те плотненькие еще побольше туда капнуть. Я там вообще совсем чуть-чуть капнула. Надо побольше, наверное, капнуть. Чтоб вообще все хорошо работало. Сейчас мы с вами возьмем пластиночку, которая у меня проблемная самая. Заказывала я ее давно. Такая MS02. Там есть такая вот еще MS01. Там тоже, по-моему, зимняя такая тематика. Я когда заказывала, я не знала еще, какие лучше пластиночки, какие хуже. Увидела красивые узоры. Думаю, надо взять. Она ко мне пришла. Я с ней ни одного маникюра не сделала. Единственное, что какие-то, по-моему, снежинки пару раз использовала. Смотрите, отпечатался. Мы сейчас второй попробуем, где елочки. А елочки бронзой отпечатаем, если отпечатываются. Вот это проблемная пластинка. Ну, во-первых, посмотрите, тут рисунки не совсем, я бы сказала, большие, да? Они поменьше, чем типса. И они очень тонкая гравировка, прям тончайшая. И при этом она не глубокая. То есть не каждый штампик это возьмет. Ну, вот он взял. У меня, конечно, такая мини-мечта. Хочу штампик себе мой Лондон, который там большой. Кристалл. Как-то кристалл называется. Силиконовый, прозрачный. Смотрите, взялось все. Ну что, штампик класс. Штампик, кстати, покупал тоже в магазине Куразон. Ну, вы же сами мне его посоветовали, магазинчик этот. А когда увидела там штампик 290 рублей, думаю, надо брать. Штампик мой Лондон 290 рублей, надо брать. Так, ну что, последний разрешающий момент. Пластиночку мой Лондон. Это греческая мифология, 0,9 у меня пластиночка. Сейчас мы какой-нибудь лохлястый пик возьмем. Давайте розовый возьмем. Идеально. Посмотрите, вот что значит хорошая пластина, хороший штампик, хороший лаблистый. Просто идеальные отпечатки. Кстати, переписывалась с подписчицей, она тоже написала, что ей пластиночки пришли без заднего оформления, там просто моя Лондон. Вот мое мнение, что это просто раньше у них вот такое было оформление, а те более новые, которые не пришла последняя. Там то же самое написано, что от лакодома мейтинчина, что здесь мейтинчина. Я не думаю, что там прям
это подделка. В любом случае у Эльтразона, по крайней мере, пока самая низкая цена, ниже, чем у официального продавца. Не знаю, сколько это продержится. Но пока там самая низкая цена. Красота. Я думаю, мы больше отпечатывать ничего не будем. Я взяла самые две проблемные пластины, которые прям такие у меня есть и были. И теперь я знаю, чем с ними можно прекрасно работать. Вот заметила, что вот с этими пластинами от My London, что с пластиночками от PN. Мне так кажется, что так называется. Поправьте меня, если что. Когда протираешь без ворса салфеткой, там ворс очень хорошо прям скатывается, начинает. Потому что гравировка слишком хорошая, он царапается в эту гравировочку. Ну что, вот мой штампик. Конечно, при обилии таких штампиков, как у меня, вы уже их все видели, не видели только те, которые у меня в пути идут. А все остальные штампики, вот вы видели. Конечно, этот штампик не был такой необходимостью. Но я очень хотела штампик. Когда я увидела этот штампик, я думаю, надо взять. Тем более такого формата. Вот от Николь Дарья он очень-очень липнет. Не улипнет абсолютно все. Он прям липкий. Этот такой вот прям упругенький. Он. У него нет такой липкости. Чуть-чуть, может быть, знаете, какая-то есть. Но это прям жутко липкий. Вот такого формата штампиков у меня еще не было. Ну, за исключением, что из этого можно было такое сделать. У меня и подушечка такая вот есть такого формата. Штампиком я довольна. Вот кто хотел себе такой купить штампик, думал, брать или не брать, берите. Потому что он классный, работает даже с самыми проблемными пластинами. Я специально достала две пластины, которые не глубокая гравировка и очень тонкая гравировка. И штампик прекрасно справился. Я его не баффила. Я вот баффила один силиконовый вместе с вами, да, там ради эксперимента. И баффила штампик вот этот вот. И то, наверное, можно было его не бафить. Я, кстати, им редко пользуюсь. Ну, я думаю, вы сами видите по видео, что я им редко пользуюсь. Он так стоит красиво очень. На меня смотрит, улыбается. Штампик стоит 290 рублей. Я думаю, прекрасная цена, в основном, что сразу подушечка идет. Потому что если взять штампики вот такого формата от Бонбрити, штампик стоит там 120 рублей, да, там вот этот я брала со скребочком. А подушечка к нему идет 80-90 рублей. Ну, смешно, штампик можно купить за эти деньги, чуть-чуть добавить. А здесь, получается, за эту цену вы получаете и штампик, и подушечку, упаковочку, еще и скребочек классный, кстати. Сам консультант Эль Куразон сказал, что их скребочек, который такого же формата у них от Эль Куразон, они намного хуже, чем от My London. Ну что, я надеюсь, мой видеообзор был для вас полезен и интересен. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, комментируйте мои видео, с удовольствием отвечаю на ваши вопросы, с вами общаюсь. До новых встреч!